Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре внешний SSD от Kingston. Это XS1000, объем 1 терабайт, и это внешний SSD, работающий по интерфейсу USB 3.2 Gen 2. Кстати, данный SSD можно купить по хорошей привлекательной цене, ссылочку на него оставил внизу. Ну что, только что вы увидели распаковку данного внешнего SSD и в принципе ничего необычного. Сам SSD накопитель, кабель Type-C, Type-A, а значит подойдет везде, где есть Type-A разъем. Хотите Type-C, Type-C кабель, придется позаботиться об этом отдельно. Что касается внешнего вида, то те, кто видел обзор на XS2000, старшую модель, который USB 3.2 Gen 2 X2 2000 на чтение и на запись, там у нас точно такой же корпус, только металлические вставки были серебристые. Здесь у нас полностью черный цвет, и здесь, к сожалению, нету в комплекте черного резинового чехла, который защищает SSD от пыли, влаги, от ударов, ну, кроме, соответственно, Type-C разъема. Да, конечно, жаль, что его нет, но он и стоит дешевле, чем серия XS2000. Что же касается характеристик, то USB 3.2 Gen 2, это у нас 1000 мегабайт на чтение, на запись, производителем заявлено 1050 на чтение, 1000 на запись. Все это с вами обязательно проверим. Что касается гарантии производителя, это 5 лет, в России это будет 1 год. Что касается ресурса, то на внешних SSD ресурс обычно не указывается. Но самое интересное, конечно же, посмотреть на начинку данного SSD накопителя и что он может нам показать на тестах. Потому что если у нас внешний SSD USB 3.2 Gen 2, то при заявленных 1000 на чтение, на запись, реальная скорость записи будет 700. Ну, так практически везде. Но надо узнать также, SLC кэш есть у нас или нет, и какая скорость будет после его заполнения. Поэтому давайте все подключать и переходить к тестам. После чего обязательно этот SSD разберем и посмотрим на его начинку. Итак, внешний SSD Kingston XS1000. Этот накопитель можно с легкостью брать с собой куда угодно. Да, действительно, скорости до 1050 мегабайт в секунду на чтение и, я так понимаю, 1000 на запись. Компактный форм-фактор карманного размера, скорости до 1000 мегабайт в секунду, 1050, это USB 3.2 Gen 2, ну, емкость до 2 терабайт. Абсолютная портативность, да, действительно, надежное резервное копирование файлов и увеличенная емкость до 2 терабайт. Поддержка USB 3.2 Gen 2, соответственно, скорость у нас будет 1000 мегабайт в секунду на чтение и запись и примерно 700 мегабайт в секунду на тесте реальной скорости записи, но посмотрим, что будет. Итак, версия 1 терабайт, 2 терабайта в принципе ничем не отличаются, кроме объема, в остальном вроде как все. Скорости видели, корпус металл плюс пластмасса, мы с вами все разберем, еще увидим, посмотрим. 5 лет гарантии и бесплатная техническая поддержка. Но закрываем браузер и давайте подключать наш внешний SSD от Kingston. Все определилось, все отлично. Смотрим, файловая система EXFAT 931 гигабайт супер. Ну и давайте посмотрим, что же нам выдаст утилита Crystal Disk Info по поводу нашего внешнего SSD. Накопитель E, 29 градусов у нас сейчас. И, к сожалению, хосты чтения записи здесь у нас не отображены, но по смарт-параметрам F1 и F2 мы с вами можем видеть, что здесь у нас нулевые значения. Что ж, неплохо, но хотелось бы, чтобы утилита эти значения все-таки расшифровывала. Одно включение, первое включение наше, общее время работы 0 часов, перед нами абсолютно новенький внешний SSD Kingston XS1000. Давайте запустим CPU-ID Hardware Monitor, посмотрим, будет ли у нас отображаться наш накопитель здесь. Да, отображается, уже 31 градус, потихонечку начинает нагреваться. Это нормально, это стандартно. Ну а теперь давайте попробуем определить начинку нашего SSD при помощи утилиты от Вадима Очкина. Так, наш накопитель 2. Смотрим, к сожалению, здесь не определился. Идем, значит, мы с вами в другие параметры. Ну, по поводу... Так, контроллер определился с M2320. Здесь все верно. Но что же у нас здесь по чипам памяти? Вот что хочется узнать. Какие здесь стоят чипы? Увы. Нет, друзья, выяснить это не удается. Поэтому дальше запускаем AIDA64. Сейчас посмотрим, что нам покажет утилита. Есть ли в базе данных
этот SSD в базе данных AIDA, но, к сожалению, этого SSD здесь у нас нет. Жаль, но я думаю, это скоро все поправят. Итак, смотрим, что у нас по температурным датчикам. Опускаемся вниз, датчик у нас есть, датчик у нас здесь 1,34 градуса, да, пока все совпадает. Ну и давайте переходить к обкатке нашего SSD-накопителя. Это у нас тест линейной записи в AIDA 64. Выбираем наш Kingston XS1000 и ждем результат. Сразу же сделаю все оставшиеся синтетические тесты, чтобы потом нам осталось только провести тест на реальную скорость записи. Ну что, все синтетические тесты сделаны, и давайте начнем с AIDA 64. Потому что после запуска теста линейной записи я смотрю, а скорость даже 340 мегабайт в секунду нет, и чё за дичь. Я вспоминаю, что в прошлый раз тоже были траблы на накопителе XS2000, и всему виной там была утилита CPU ID Hardware Monitor, который из-за того, что отслеживает скорости, каким-то образом влияет на снижение реальных скоростей записи, чтения и всего чего угодно. Поэтому вы видите, что у нас число включений 2, потому что я переткнул, попробовал заново, и тогда-то я вспомнил, что нужно что-то сделать. Ну и, соответственно, тест в AIDA 64 был запущен заново, и мы с вами получаем график примерно такой же, как было на модели XS2000, только там скорость у нас в самом начале до заполнения SLC кэша была гораздо выше. Но, во всяком случае, сейчас SSD работает нормально, корректно, без каких-либо сложностей. Да, максимальную температуру сейчас отследить будет достаточно сложно. Я видел максимальную отметку 44 градуса в процессе тестов, но, возможно, было и больше, потому что я не постоянно следил за процессом всего тестирования нашего SSD. Поэтому вот так. Идем дальше и начинаем с Crystal Disk Mark. При заявленных 1050 на чтение, 1000 на запись все полностью подтверждается. Случайная 4К для SSD USB 3.2 Gen 2 отличный результат, 25 мегабайт в секунду. VS SSD Benchmark 834 балла, все соответствует. VATO Disk Benchmark на мелкоблочке из-за того, что перед нами внешний USB SSD накопитель. Тоже все нормально, все ровненько, быстро, все отлично. 3D Mark показывает нам 1007 баллов без вопросов. PC Mark 10, полный тест 846 баллов, быстрый тест 852. Здесь все соответствует тому, что перед нами внешний USB SSD накопитель с интерфейсом USB 3.2 Gen 2. Смотрим на операции ввода-вывода и давайте переходить к тесту на реальную скорость записи. Для этого будем копировать, как обычно, папочку Render объемом 100 гигабайт и смотрим, наблюдаем. В самом начале у нас 700 мегабайт в секунду, здесь все ожидаемо, но когда же скорость у нас с вами снизится из-за заполнения SLC кэша, давайте понаблюдаем. Даже 710-715 мегабайт в секунду сейчас. Что ж, здесь пока все отлично. Смотрим, что будет дальше. И после записи 60 гигабайт у нас скорость с вами снижается до 130 мегабайт в секунду. Интересный результат. SLC кэш у нас в два раза меньше, чем на версии XS2000. Ну и скорости здесь у нас в два раза меньше, хоть и начинка и контроллер здесь вроде как один и тот же. Так, 200 мегабайт в секунду было и снова 130. Что ж, давайте посмотрим, что будет у нас к концу записи этой первой папки. Ну и к концу записи первой и последней папки у нас 130 мегабайт в секунду. Изредка скорость поднимается до 200 мегабайт в секунду, но в основном у нас 130-140 мегабайт. Вот такой вот результат. Что касается нагрева, мы с вами можем увидеть 56 градусов, 57 градусов, 40 градусов у нас на корпусе при замере пирометром. Все терпимо, все нормально, руку не обжигает, все супер. Так что я думаю, с тестами на этом все. Давайте сейчас разберем наш SSD и посмотрим на его начинку. Ну и будем подводить итоги.
Итак, тесты сделаны, результаты получены, SSD разобрали, и давайте начнем с разбора начинки. Удивлением для меня было то, что начинка данного SSD идентична, как на старшей серии XS2000. Здесь такой же контроллер от Silicon Motion, это SM2320G. Здесь та же самая компоновка, те же самые SMD-компоненты в тех же самых местах стоят. Ну да, там чипы, компаунда нет, например, но в целом как будто бы тот же самый SSD. И вот интересно, почему у нас здесь USB 3.2 Gen 2, а на серии XS2000 USB 3.2 Gen 2 X2, который более быстрый. Возможно, программным способом у нас здесь все ограничено, и SSD у нас стал вдвое медленнее. Что касается чипов памяти, по маркировке это у нас TLC чипы памяти, которые также используются на SSD NV2. Да, на NV2 бывают QLC чипы, бывают TLC, и это точно TLC. Опять же, что касается разбора, друзья, не стоит разбирать вам этот SSD, он для этого не предназначен. Соответственно, в процессе разборки у меня здесь все уголки повредились, пластик загнут, но в принципе работает и работать будет, но внешка уже испорчена. Что же касается синтетических тестов, то все заявленные производителем скорости 1050 на чтение, 1000 на запись полностью у нас подтверждаются, здесь вопросов нет никаких. Что же касается реальной скорости записи, то тоже ожидаемые 700 мегабайт в секунду на записи до заполнения SLC кэша, они здесь есть, все великолепно. Но SLC кэш у нас здесь не совсем большой, 60 гигабайт, после чего у нас скорость снижается до 130 мегабайт в секунду, изредка поднимаясь до 200 и так далее. В принципе, здесь все ожидаемо, и скорость даже после заполнения SLC кэша выше, чем у большинства даже быстрых USB флешек. Надо понимать, что не каждый день вы будете записывать по 60 и более гигабайт, и при повседневном использовании этого внешнего SSD у вас будет всегда максимальная скорость. Ну и если сравнивать со старшей серией XS2000, да, SSD стал медленнее, но USB 3.2 Gen 2 сегодня, так сказать, железный стандарт, где вы в принципе получаете все по максимуму. Если мы берем USB 3.2 Gen 2 X2 интерфейс, то там под вопросом. Во-первых, очень редко его где встретить, такой интерфейс. Ну а во-вторых, все-таки реальная скорость записи там не в два раза выше, чем здесь. Если здесь у нас 700 при заявленных 1050 мегабайт в секунду, то там будет 1000 при заявленных 2000 мегабайт в секунду. Ну и этот SSD по сравнению со старшей версией, конечно же, дешевле. Ну и, к сожалению, здесь в комплекте нету резинового классного чехла. В остальном отличный внешний SSD накопитель, если не смотреть на скорость записи после заполнения SLC кэша. Ну а на этом у меня все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт про SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока. Ну а для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит этот внешний SSD от Kingston, ссылочку оставил внизу.